сегодня я приоткрою завесу. Кто же эти люди, завсегдатые рынка блошиного на Тишинке? Кто приходит сюда? Ну, о них мы можем судить только по их одежде и внешнему виду. Итак, давайте понаблюдаем за посетителями. Итак, что же мы видим? Ну, во-первых, конечно, что это люди, как правило, уже 40, за 40 плюс в основном. Это люди, которые состоялись. Эти люди, которые в большей своей части следят за модой. Обратите внимание на обувь. Женщин на каблуках вы не увидите, но зато здесь очень много обуви на широкой, удобной подошве. И позвольте вам напомнить, что сейчас лето, хотя с утра и льет дождь. Шоу. И здесь очень красиво такое пальтишко летнее. И вот такие очень красивые бусы. Здравствуйте. А хозяйка настоящая красавица. Сколько ваша вот эта красота стоит? Бусы стоят 2000. 2000. Но они длинные у вас. Да. Ой. И пан Бархат я такой же и не помню. В магазинах еще помню. А чтобы сейчас? Да, это как раз... Да, потрясающие ткани такие. Спасибо. Еще раз, винтажный шелк. Вот, тафта. Посетители блошиного рынка на Тишинке, как правило, люди успешные. И они сюда приходят, в частности, для того, чтобы обставить свои квартиры и дома, подобрать мебель для своих интерьеров. Мы решили, что в доме 50-х годов известном должна быть квартира в интерьерах 50-х годов.
А у этой девушки волосы синего цвета, что, кстати, очень идет к ее одежде. На Тишинском рынке не только покупатели, но и продавцы всегда очень модно одеты. Ну, это и понятно, они же сами и дизайнеры. Обалдеть, слушайте, это же особо. Ну-ка, встаньте, встаньте, Сайлен. Ой, потрясающе. А это что вы делаете? Это будет... Это уже есть плащ летний. А, летний плащ? А, накидка такая широкая. Ой, какой красивый. Ух ты. Очень красиво. Где же такой красивый материал-то берется? Очень красиво. Сделайте так. Я там иду. Видите? Нет, вы туда, подальше. У меня не берет так близко. Шикарная. Да. А как вы сказали, Ирина? Викторовна. Викторовна Арсеньева. А у вас... Да. Ответьте, а пожалуйста, да. А вы сфотографируете? Обалдеть. Алло, вот. Все, вижу. Да, вот сейчас пошло резкость. Спасибо. А вот есть еще такое, что берут шерсть и к чему-то ее приваливают. Вот острыми такими. А, ну это сухое валяние, это смотря что вы хотите. Вы хотите объем такой вообще, там, например, игрушка, то, конечно. Неделя, да, уходит на каждую вещь, фуфайка. И тоже валяние. Да. А вы здесь уже не первый раз, да, на этой? Постоянно? Ну, может, подойти. А вам нравится здесь, да? Вот, наверное, ну... да, скорее, платок? Да. И вот этот платок, ой, я даже не представляю, как же вы этот платок делаете, если без машины. Это же так долго и так сложно. Ну, а что ручное быстро? Мне кажется, что достаточно. Ну, а вот эта женщина, которая, она в Германии, и она вот берет павлопосадские платки, делает вот, как, кстати, к пальто, еще она сумки делает, вот знаете, кошельки. А, тоже из павлопосадских. Ну так. Обратите внимание на сумочку. Анималистический принт остается в тренде. Обратите внимание на эту даму. У нее туфельки, сумка и кепка с этим принтом. А вот потрясающие совершенно вещи Елены Басулиной. Вы, кстати, есть в Инстаграме, да? Я ушла в моду брошки, бижутерию, блошиные рынки. Там более... Но это я для таких людей, понимаете, у которых нет много денег, а чтобы они могли сами что-то делать. Вот это внутри чуть-чуть шерсти. Два. Соединяется. Шерсть проникает полотно шелка и получается полотно. Делается на шаблоне, поэтому ни одного шва. Я не
Нет, подождите, я знаю, что это иголками вот так вот. Ножки иголками. Это сухое варенье, а это мокрое варенье. Потрогайте. Подождите, а если мокрое, это что? Два слоя шелка. Так. А между двумя слоями шелка шерсть. Получается такое полотно. Оно шерсть принимает. Но это машина делает? Руками. Просто вода, мыло и руки. И катаешь, валяешь, и оно сцепляется. Шерсть проникает в шелк, и получается вот такое полотно. Ну, это просто что-то потрясающе. А сколько же времени вы на это тратите? Ну, достаточно. Ну, вот, например, на эту кофточку. Ну, это не кофточка, это палантин. Ну, палантин можно дня за два сделать. Но я к тому еще крашу со скрашением дня три. Платье, конечно, дня пять. То есть вы не берете такой материал, вы потом берете еще красите. Нет, вот я вот, вот эта лекция у меня крашеная. Видите, вот это все белое, а потом. Ну, это не вы красили или купили? Ну, вот, а делаете белое. Да, либо покупаю готовое. Шелка, уже шелка. Понятно. Ну это что-то потрясающее. Ой, ну вы вообще гениальная женщина. Ой. А вас-то можно снять? Я хочу. Во-первых, вы. Вы сами красавица. Во-вторых, у вас брошь такая. Это моя. Девочки, все можно. Они легкие, модные. Называется вторая кожа. Смотрите, уже шелк. А внутри шерсть, между двумя слоями шелка, вот, даже на этом палантине можно попробовать, вот два слоя. А потом я все это крашу в такое сложное, вот на манекене, только меньшего размера, видите, платьишко. А потом я крашу, очень сложно такое крашу. А как это, стирать или чистить? Все это стирается руками, все, что я делаю, я говорю, все, что можно получить, уже сначала. Платье есть, не такое, как там побольше, допустим, такое, да? 8 метров шелка, 30 грамм шерсть. Есть 98 грамм. Но они еще индивидуальные. Таких уже точно больше не купишь. Да. Причем, девочки, все стирается руками. Дети попробуют. Ночью попробуйте, если мне было не шелка. Либо растягивают размер туда-сюда. Да. Опробована Италия, Испания, Кипр, Греция. Наша Ялта, хотя эта ситуация носится. Все замечательно. Когда жарко получается, как бы больше не попробовать. А я люблю приходить сюда еще и за идеями. Посмотрите, какие замечательные береты, как они красиво оформлены. А ведь эти цветы можно создать собственными руками, если постараться. Кстати, на Ютубе очень много мастер-классов, которые учат делать такие замечательные цветы.
вот это шитье, да, считается? Посмотрите, какая красота! Бархатная сумочка и сирень. И вот еще одна идея, которую можно применить. А вот какие замечательные куклы здесь есть. И эти куклы тоже можно сделать собственными руками. Это шляпки. Какая оригинальная сумочка, не правда ли? О, какая сумка! Боже мой, ничего себе! Что ж туда положить? Ну это действительно уникально все. Ой, ну надо же так. Жалко. А можно еще туда пройти? Какие все красивые. А черная какая. А вот и еще одна идея. Если посмотреть на ярмарки мастеров, то можно встретить такие сумочки. Девочки уже делают все своими руками. Леночка, все, у меня телефон в руке обычно. Давай. 10 лет. Хорошо. Мне забыл еще $200 в Дворецкий отдать. Что такое? Вот здесь у нас вот так висело. Я не поняла, ну что тут на сеточке висело. Вот такие. Это авторские шляпы, да? Винтажные. И сколько вот такая шляпа стоит? Розовая. Ух ты, вот это вообще из чего надо же сделано. О, какой интересный вариант. Да. Ой, а вот розовая какая, надо же. Просто из перьев. Мне кажется, она, ну я не знаю, навсегда такая вечная, да? Да, конечно, в эту подушку попадает. Нет, ну конечно, они же...